буквально на днях я прочитал, и у меня эта мысль блуждала. Думаю, вот как друзья, я вот стараюсь фильтровать друзей, да, с кем общаться и в жизни, и в интернете. И попал на профессора Лебединского, который написал, ага. Я не понимаю, говорит, что хотят люди со мной дружить, что они хотят от меня, те, которые дружат с Барри Алибасовым, например. Да, ну он такой, он строгий. Он вообще, строгий, да. У меня к Барри очень хорошие отношения, и были всегда, и я, мы очень много пересекались, когда я работал с Браво, мы очень много пересекались на гастролях, часто прям параллельно в залах работали буквально, и в Кисловодске, я помню, и в Питере где-то. Угу. Он очень непростой, очень интересный человек, угу. Я считаю. А Лебединский очень хорошо пишет в Фейсбуке, но когда я ему предложил книгу издать, я говорю, ты ж отличный, он что-то как-то вот стреманулся. У вас тоже отношение к тому, что вы пишете в Фейсбуке, это как бы одна история, а к тому выступление в настоящей прессе, это другая, или нет? Я вообще перестал в какой-то момент... Я вообще перестал бояться средств массовой информации. И когда меня спрашивают... Да? А это чем... в какой момент, уточним? Где-то лет 10 назад. Ага. Не 10, да, 10 лет назад. В 2003 году, когда начался телевизионный проект. О, зря. Да? По-моему, да, зря. Я понял одну простую вещь. Не надо врать никогда просто. Я готов встречаться с любыми журналистами, даже настроенными, скажем так, ко мне... Может быть, я агрессивно, да? Но с любым журналистом готов... Я не хочу встречаться и раскручивать... Людей, которые не просто предали мои бизнес-интересы. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».